При входе в зал на тренировку выполните поклон с приветственным возгласом «Осу». Если в зале дзюдзо находится инструктор или старший пояса, подойдите, обратившись к Сихан Сенсей Сэмпай, и выполните поклон с возгласом «Осу», не протягивая рук. Если инструктор сам потянул руку, тогда расположи рукопожатием двумя руками и поклоном поприветствуйте, не опуская взгляда. Если вы раньше всех пришли в зал дзюдзо и еще нет инструктора или старших учеников, предварительно разминайтесь и повторяйте изученный материал. Даже если кто-то нарушает дисциплину и бегает, кричит, не уподобляйтесь. Никогда не упражняйтесь в кумите в отсутствие инструктора, даже в игровом варианте. При входе инструктора, первый увидевший его, громко подает возглас «Осу», а старший пояс, находящийся в зале, подает команду «Сихан Сенсей Сэмпай Нирэй». Все находящиеся в зале поворачиваются в сторону инструктора и выпадают поклон с возгласом «Осу».